Desert Eagle 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Итак, играем опять в Solus Project. Вторая часть прохождения. В прошлой части в конце, соответственно, нашли вот эту пещеру. Только пробраться... Какие-то шум... Блять, шумы тут непонятны. Ладно, я думаю, пока никто нападать на нас не будет. Вот. И еще я что забыл. Там какой-то космический корабль упал, то есть сбегать к нему. Вот. Вот тут, когда мы проходили, да? А, вон падает вдалеке. Я не знаю, как приблизить. Вон. Даже звук слышен. Вон какой-то космический корабль падает. Космическое тело. Радиомаяк. Вот сбегать туда, к нему, я подумал. Что это? Не знаю. Баллон какой-то, что ли? Вроде тут недалеко за скалой упал. Вон тоже вдалеке какие-то обломки. То ли строение какое-то, то ли космический корабль. Следите за жизненными показателями. Да, я помню. О, попить воды надо. Как там? Так... Да не бросить, а попить, ёпт. Угроза обезвоживания. Все попили. Хотя не, подбери бутылку, может набрать потом. Давай факел. Ага. Я так понимаю, он вечно будет в левой руке держать КПК, то есть по-любому. А уже в правую что-то брать. И вон вроде строения тоже я вижу какие-то. Звуки какие-то тут. Бутылка воды. Давай тогда пустую можно выкинуть. Интересно, а можно на овер до хрена их набрать бутылок? Да, можно. Сухой паёк. Телепортер. Нормально. Устройство телепортации. Бросить диск, отметить место. Телепортация, переместиться. Хорошо, еще. Нормально. А-а-а, так это не просто так. Это мне специально, я... Блять, инвентарь заполнен. Давай тогда съедим. Вот, растение, например. Да твою мать, я путаю все время. Нелогичный, блять. Да ёб твою мать, ну... Бля, забыл уже как. Нелогичное управление какое-то, держать надо. Да нахер ты в руку сухпаёк взял, а ну? Так, телепортер. Левая кнопка бросить диск, правая переместиться. Странно как-то, ну я понял, ну ладно. Светлеет уже. Солнце восходит, да? Прикольно. Я понял, это, я думал, это какой-то батискаф с людьми упал, а это, я так понимаю, специально для меня припасы, может, скинули. Да, видите, восход такой. Это хорошо. И музыка такая приятная заиграла какая-то. Так, солнце взошло. Я на секунду там просто отключал проверить, нормально запись идет или нет. Так, а, это записка, я читал уже. Так, ну давайте вот. Вот, а я думал, как тут пройти. Я вот тут рядом да около бегал, думал, как же тут пройти. Твою мать, инвентарь заполнен. Ладно, корни вот эти для факела я выброшу. Тут флюоресцентная лампа, видите, есть. ХИС. У нее радиус освещения херовый. Возьмите припасов, источник тепла и света. Мне этой лампой ни хера не видно. Может, я лучше факел возьму? Как это не парадоксально, но факел лучше.
Новая территория. Музыка какая-то тут такая играет непонятная. Так, я, собственно говоря, на время подзагрузки выключить решил ОБС. Ну, ОБС у нас особо фрапс не ест, но все-таки. Все-таки. Спускаемся. Я так понимаю, назад вернуться нельзя будет. Насколько я понял. Так, тут два прохода есть. Направо, налево. А тут и нету ни хрена. А, постойте. А, ну тут этот кустарник есть, но он не нужен. Ладно, значит, все-таки налево. Ой, направо. Блять, налево. Пещера огней один. Вот туда, наверное, можно было бы спрыгнуть, но я... А ну-ка. О, смотрите-ка. А, ладно, не буду рисковать. Я думал, может туда спуститься аккуратно можно. Хрен с ним. Ну ладно. Камни. А у меня есть острый камень. Да, есть. А тут прочность, интересно, есть у предметов? Не знаю. Не знаю, я что-то подбирал на всякий случай. Труба у меня есть еще. Вода есть. Ну попей пока бесплатно. Какой-то, да, какие-то звуки непонятные. Тут то ли передатчик какой-то глушащий стоит или что-то такое. Как будто холодильник гудит тут я. Хер знает. Я думал, тут за углом чуть интересное лежать будет. Ладно, идем. Так, камень еще один. Вот тоже какой-то изумруд или что-то, уголь блестящий, какой-то горящий, светящийся. Не, факел лучше флюоресцент на его той горелке. Стика светящегося. Я... Слышите, музыка, как будто на меня сейчас зомби выскочит. Сейчас именно такая была музыка, как будто зомби на меня выскочит. Смотрите, тут яйца какие-то. То есть тут, похоже, живое существо какое-то гнездится. А вот это мне уже не нравится. Реально. Надеюсь, оно съебалось на охоту, это существо. Кристалл света. А ну. Кристалл света. Ну, давай тогда... Фу-фу-фу-фу. Давай выкинем острый камень, я его найду еще, если что. Кристалл света. Тоже херня какая-то. Факел. Вот идеально это факел. Просто вот факел это самое классное. Вода опять. Ну, воды тут в избытке, я вижу. Как и в любой пещере. Смотри, тут какой-то древний святыня спасения сохраняет игру. Давайте сохранимся. Хорошо. Точка назначения. Идти вперед и искать источник звука. Еще что-то. Worship Tabulate. Постойте, это какая-то реликвия древняя. В некоторых пещерах уровень воды может меняться во время приливов. Понял. Свечки. Можно поджечь. Да подбери ты факел, тварь. Вот. Пусть горят. Реально, я так понимаю, вот эта реликвия, это так, для галочки нужна, типа, что я нашел. Я просто не вижу иного смысла. Так, уровень воды может меняться, разработчики говорят. 100% промокания. Ну ничего, тут тепло, наверное, в пещере. Прикольно. Вода, капли воды на экране. Прикольно. Кстати, в этой игре сохраняться можно просто поспав. То есть в любом месте.
просто поспишь и все. А тут по-другому нельзя, тут только через воду вот так проходить. Ну да. Видите, у меня температура понизилась, когда я в воде был, и сейчас начала повышаться. 30 градусов температура вот тут. В пещере. Кстати, нормально. 30 градусов. Видите, капли воды остаются на экране. Наверное, я сейчас высохну. Я не пойму, я источник звука нашел, нет? Разведите костер, чтобы обсохнуть. Смотрите, это алтарь. Видите, то есть это не просто, это алтарь именно. Тут странная еда, она дает еды, но калорий, но воду отбирает. Это уже форест какой-то пошел. Видите, маски, да. Тут, короче, либо сейчас, либо раньше жили какие-то племена древние, да? И это от них получается. Еда тут есть, но она отнимает воду, вот в чем проблема. Видите, капли воды до сих пор на мне есть. Короче, надо обсохнуть как-то. Развести костер. А ну-ка, это что? Механизм можно активировать. Я пока не буду активировать механизм. Да тварь ты, подбери, я поджечь хотел. Опа, на поджог. Правда, не знаю зачем. А, это костер же теперь, да, получается? Костер. Сейчас нужно, короче, убрать вот это вот промокание. Видите, капли воды еще на экране есть. 54 градуса температура сейчас. Не знаю, по сути и поспать можно, кстати, сейчас. Так-то. 13% промокания. Пока много. Так. Все, мне кажется, я обсох, да? Давайте тогда все вперед идем. Можно активировать механизм. Древние ацтеки какие, знали толк в механизмах, да? Эх, мне бы сохраниться, потому что я не знаю, что впереди будет. Ну да ладно. Еще одна колонка. А, это сохранение для игры. Святыня спасения. Есть, игра сохранена. А ну-ка, постойте. А, мне не сюда. Тут этого пульта нету для открывания. Значит, вот сюда. Блин, есть какие-то закоулки, но там тупики. Так. Смотрите, вот тут что-то... я вспомнил, у меня же телепорт есть, ёпт. У меня же телепортер есть. Блин. Интересно, я не смогу его пробросить через решетку, через эту? Блин, тут так темно оказывается, без факела. А ну-ка. Вот так положи его тут. Блин, а интересно, смотрите, тут что-то лежит за решеткой. Интересно, я могу туда перебросить? Нет, видимо. Ну ладно. Я хотел туда просто телепортнуться. Ладно. Идем назад. Что-то я совсем забыл, что телепорт есть, кстати, читерская штука такая. Интересно, что это такое свисает? Сосульки какие-то. Так, направо или налево? Ну что ж, давайте направо я пошел. И тут опять, смотрите.
А, нет, тут. Вот с этой стороны тупик. Угроза обезвоживания. Попей. Хорошо, хорошо, что предупреждение, потому что я не помню на самом деле. Вот то, что когда пить надо, я ж не слежу за этим. Блин, я уже испугался, что в тупик пришел. Опять вот эта вот еда. Но она воду отнимает. Вот эта вода, то есть иссушивает. Опять камни. Смотрите, тут какая-то кукла для жертвоприношения или что-то такое. Отпирает замки. А ну-ка. А, я понял. Куклу сюда вставляем и проходим. Понял, понял, понял. Да, интересно, какая-то пещера такая. Предпосылки не объясняются, да, то есть непонятно, что, к чему вообще, почему. Ух ты, тварь какая. Хорошо, что я вперед не... Я так понимаю, вот эта тварь нападает, когда... Блин. Пиздец. Я так понимаю, вот эта тварь, вот и вот эти ежи, они нападают, когда... Вы чё, вы чё, ёбнутые? А чё вы за мной бежите? А нафига? Мне кажется, их огонь бесит. То есть, наверное, если бы факел я убрал, я бы спокойно прошел. Ну да ладно. Зато я бы ни хрена не видел без факела. Опа, на землетрясение, оп. Землетрясение какое-то. Я так более-менее досконально буду обыскивать, чтобы находить всякие там пасхалки или что-то. Интересно, ты тварь, а? Интересно, они у меня хп отбирают? Кристалл света. Кристалл света, хрень. Точка назначения. Перейти в затопленный участок и продолжить поиск. Давай подожжем свечки. Лестница тут вполне современная такая. Так, я не понял, а как по ней спускаться? На какую-то кнопку нажать? Смотрите, я куда-то наступаю, следы, видите, от ботинок остаются грязные. Я не понял, а как на лестницу... Как на лестницу забраться, ёпт? А ну-ка, секунду, секунду. Давайте часик поспим. Часик. Чисто для сохранения. Так, будильник прозвонил, встаем. С факелом в руке также мы спали. Ну так, нам по-любому спать надо, чтобы энергия была. То есть... О, вот как на лестницу забраться? Я же упаду просто, да, если... Я не понимаю просто, как мне... Угроза истощения. Ну, попей перед смертью. Видите, без факела тут абсолютно ни хера не видно, кстати. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Угроза истощения, в смысле поесть надо. Я думал, это вода имеется в виду, в смысле поесть.
Ну поешь, поешь. Истощение, я не так понял, просто истощение. Я не понял, а как по лестнице взбираться? Да ты чё, мразь, чё ты выкидываешься? А, вот. То есть, блин, он автоматически на лестницу взбирается. Смотрите, там внизу как какая-то пентаграмма такая. Ну, не обычная пентаграмма, да, а такая какая-то. Да лезь ты, блин. Пентаграмма, масонский символ. Так, дай мой факел обратно. И еще я выронил кристалл какой-то. Мне это напоминает из Скайрима. Пещеру... Две меров, или как она называется? Реально, реально, пещера Две меров. Это и есть Две меры. Указатель. Дорога странников. Видите, тут краской показан путь туда. Я понять не могу, зачем только наш персонаж... Вот смотрите, вот сюда путь идет и крест нарисован, типа сюда нельзя. А я пойду. А, видите, тут как-то... Реально, это пещера Две меров. Точка сохранения. Отлично, спасибо. Давайте тогда капканы обойдем. Кто-то в колокол бьет, или мне кажется. Ох. Your survival is of paramount importance to the continued existence of mankind. Смотрите, я наступил на эту штуку, что-то произошло и что-то мне сказали. Типа человеческий разум, выживание, что-то. Ладно, хер с ним. Окей. Пойдемте тогда. Вот сюда. А тут тупик, да? А, нет, не тупик. Черт, опять это... Окей. Я возьму кристалл света и буду надеяться, что на меня так не будут нападать. Или все равно будут. Ладно, тогда я просто пробегу. Вот так. Пиздец их там до хрена. Опять какие-то ловушки, то ли мины, то ли что-то. Ну да, это пещера Две меров из Скайрима. Охренеть, и тут еще развилка. Смотрите, яйцо какое-то. А, это метеорит. Усиление стойкости, ни хрена себе. Усиление получено. Усиление стойкости, это неплохо звучит. Я не знаю, зачем оно нужно, но... Механизм. Смотрите, я что-то активировал сейчас. Что-то все затряслось. Блин, прикольная игра вообще, прикольно сделана вот это. Не знаю, я, короче, что-то активировал сейчас. Если бы я в Ведьмака играл, я бы знаком ёбнул тут. Хрупкая стена, можно сломать. Нужен инструмент. У меня есть труба. Трубой нельзя сломать, да, я так понимаю, окей. Нужен инструмент. И
интересно, а что я активировал вот тут? Может, ту дверь в самом начале открыл? Твою мать, сейчас опять через этих ежей бежать. Ладно, очень быстро, короче. Просто очень быстро через них пробегать. По-моему, они мне не дамажат, вот эти ежи. О, видите, я вот эту дверь открыл. Я так и знал. Ну что ж, хорошо, я думаю, для одной серии достаточно. Подписка, лайк, все дела.